Друзья, всем привет! Там у нас укропчик растет. Подсаживаем потихоньку зелень. Кинзу, укроп, петрушечку. Но хотел показать вам не это, как всегда. Начну с одного. Значит, вот это у нас огурец, он на улице растет грунтовой. Ну, он не обязательно может быть грунтовым, он может и в теплице прекрасно парникировать. Называется огурец Машенька F1. Но семена почему-то не очень схожи. Сажал их штук с десяток. Осталось два. Вот они на улице. Прям под вишней я их подвязал. И вот они только-только начинают у нас плодоносить. Я их специально попозже посадил. И вот первый огурчик, вот он, видите какой. Сейчас будем снимать пробу, я его даже не пробовал, не знаю, что это за сорт Машенька F1. Вот такой вот. Это, ну, может, его можно побольше отрастить. Просто хочу попробовать рассказать вам. Ну. Что можно сказать? Усы надо убирать. Хорош огурчик. Я думаю, за солочку пойдет он великолепно. Вот он уже такой на разрез. Не знаю, видно, бликует. Вот так лучше видно. Неплохой огурчик, вкусный. Чуть-чуть вас подразню. Огуречного запаха вам пущу через ваши мониторы компьютеров, телефонов. Такой огурец Машенька F1 растет на улице. Наверное, оставлю семена. Следующий год посажу его в теплицу. Все, друзья, всем спасибо. Всем пока. Хороших урожаев.